Ідуть апошні прыгатаванні ў авіяклубе, зараз нават мыюць самалёты. Дарэчы, гэты экспанат Ту-134 у сваём сэнсе ўнікальны. Першы серыйны, што выпусцілі ў грамадскую авіяцыю. Свой час ён адлятаў прыпісаны да аэрапорта Валгаграда. Цяпер ён у музеі авіяцыі Магілёўскага аэраклуба. Акрамя пасажырскага лайнера, тут баявыя самалёты канструктарскага бюро «Сухога» і іншая авіяцыйная тэхніка. Вось тут і пройдзе фестываль, для якога манціруюць сцэну спартыўнай і забаўляльнай пляцоўкі. Іх тут будзе шмат. Ёсць жаданне арганізаваць праздник, які привлечет сюда и молодежь, и старшее поколение. Ну а главное это все-таки дать возможность жителям Могилева увидеть наше поле, красоту, увидеть полета, красоту прыжка, услышать прекрасные группы, которые будут у нас выступать. Добраться на свято можно будет на громадском транспорте, автобусе номер 4, ти маршрутцы номер 8. Местознаходжение аэроклуба отметно практично у межах областного центра, при том, что свято никому не будет перешкаджать, а при этом еще и махчимость полета. Аэроклуб покажет свои возможности, то есть это будет как групповой, так и индивидуальный пилотаж на самолетах Як-52, также групповой индивидуальный пилотаж на самолетах Як-55, и свое мастерство покажут наши парашютисты, в том числе и прыжки с предельной малой высоты и массовый десант. Паветранае шоу плануецца правесці два разы ў 15 і 17 гадзін, а само свята пачнецца ў 14. На пачатку гасцей чакаюць шматлікія конкурсы, творчыя нумары ад дзіцячых калектываў, забаўляльная праграма на розных міні-пляцоўках. Протягнется фестиваль «Крыла Виктории» рок-концертом. На сцене выступят вядомые могилевские гурты. Ну а потом гостей чакая фейерверк и ночная дискотека. Приходьте обовязково. Андрей Шуляк, Виталий Алексеенко. Новини региона.